70 лет железнодорожной победе. На финляндский вокзал сегодня прибыл легендарный локомотив серии «М». Именно в этот день, 7 февраля 43 года, осажденный Ленинград встречал первый состав с большой земли. Железнодорожного сообщения с блокадным городом не было почти 2 года. После прорыва кольца пути построили всего за 13 дней. Рельсы укладывали прямо на лед Ладожского озера. Сегодня в Петербург, так же, как и 70 лет назад, поезд Победы прибыл на пятый путь финляндского вокзала. Встречали его ветераны, жители блокадного Ленинграда. Были среди них и те, кто помнит 7 февраля 43-го. Вот тут вот, с этой стороны, чердак. И там такое овальное окно. Вот мы туда все пришли и смотрели, как прибывал первый поезд. Сказали, что поесть нам дадут побольше, продукты привезут. Нет ничего страшнее, когда хочется есть. Для гостей на вокзале устроили чаепитие. После ветерана отправились в Петрокрепость почтить память тех, кто погиб на дороге Победы. Именно так называют эту железнодорожную ветку. Кстати, сегодня же на станции Петрокрепость после многолетней реконструкции наконец-то открывается и легендарный музей дороги Победы.